Всем привет, с вами мистер Миха. Сегодня мы продолжаем играть в карту Высокомерие. И мы сейчас продаем ресурсы, чтобы я смог отбиться. Так, денег все равно не хватает. Так, значит, придется опять. Ладно, чтоб он не нанял себе мощных существ. Так. Так, да, искусственный интеллект. О. Так. Ого! Ничего себе. Жалко, что я Гаргон не улучшил. Вообще, побили. Так. Ненавижу мою. Это подлость. Хорошо, что это не герой с хорошо, что это не герой с палаткой. Ай. Так, джин минус джины. Так, забыли включить автобой. Так. Мы можем покидаться молниями. Так, добиваем. Жаль, что нету цепи молнии. Зато есть огненный шар.
давайте. Так, красный уничтожен. Так, теперь... Ничего нового тут. Так, я бы тут улучшил гаргон. Так. Так. Так, скелетов с кабанами мне можно и удалить. Конечно, я готов принять. Так. Так. О. Так, вижу бирюзовый пришел. Так, и у меня денег не хватает на войска. Так, надо гнать бирюзового. Так, я бы стрелял бы по личам. Правильно, правильно. Жаль, что на лучников не хватило. Да ну ё-моё, сколько ты еще? 4. Ё-моё. Не кастуй. Ну, ё-моё. А где дыхание вот это? Так. Так, хорошо. Ого. Мы, кстати, можем и отбиться. Так. Так, ладно. Становимся сюда. Так, минус гидра. Так. Thank you.
Так, тут фиолетовый пришел. Ну, хотя бы не скупит все войска. Да, кстати, я забыл героя нанять. Проблема. А, да, это ж не улучшенные гаргоны. Так. 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 Значит. Так, минус. Теперь отбиваемся от существ первого уровня. Так, стреляю по уграм. Всем пока.